заторов льда на территории Ленского района нет. Об этом сообщают в региональном МЧС. В этом году ледоход проходит на малом уровне воды, что является причиной периодических остановок ледяного полотна. Повторение событий 2001 года, когда Ленск ушел под воду, не ждут. Протяжность ледохода на реке Лени составляет 123 километра. За сутки он продвинулся на 93 километра. На сегодняшний день река Лена вскрылась на территории 5 населенных пунктов Ленского района, но не в самом Ленске. По нашей информации, нижняя кромка ледохода также находится в местности Терешкино, что в 30 километрах выше от города Ленска. Уровень воды в настоящее время составляет 389 сантиметров, всего плюс 2 сантиметра за 4 часа. В связи с такой погодой, пасмурно и отрицательными температурами в ночное время, в ближайшие дни ледоход по реке Лена в районе города Ленска мы не прогнозируем.